вдумчиво идем в кулинарию. Все, вот я хочу узнать, кстати говоря, вот эту беру дарнинский хлеб. Такой просто, он не, ну, он привозится, видимо, в таких, как раньше, да, такие были. Шкафы, полки такие на колесиках с хлебом, хлебные, деревянные. 90-е годы они еще сохранялись, советских времен. То есть он просто в пакетиках, в таких простых целлофановых. Просто дарнинский хлеб. Вот именно в кулинарии. И он вкусный. Сейчас, кстати, я хотел бы спросить, где он производится. Да, я не буду спрашивать, что. Наверное, где-то на местном хлебозаводе. Вот он еще есть, и батончик тоже есть. Прекрасно. Значит, это хлеб производится на заводе «Пролетарий». Ну, собственно говоря, я в точку попал. Это, по-моему, такой именно тот дарнинский хлеб, который я с детства любил мусолить. Знаете, выедать из него мякиш и потом, значит, наслаждаться корочкой. А также сам мякиш, знаете, я так вот пережевывал в детстве. Ты жуешь и не глотаешь, жуешь несколько минут, и вот он... После того, как ты его очень долго-долго жуешь, это он дает какой-то новый вкус, даже не вкус, а какое-то излучение. То есть он даже не вкус, а какой-то вот воздух во рту от него появляется, от этой мякиши. А вот, собственно, я это продолжаю практиковать. Сейчас заходим еще в магнитик. Здесь мы с вами возьмем рулетик. Сделаем нашу жизнь лучше. Ну. Не прелесть сразу. Так, ищем. Где рулетик? Эх, ма, как я хотел бы навернуть колбаски. Как вы думаете, по-моему, неплохой чак-чак. Он такой, видите, сочный. Взял я, в конце концов, эти печеньки. Надо пробовать новые.